С наступлением хорошей погоды в Гродно приступят к облагораживанию велосипедных маршрутов для жителей и гостей города. На дорожках обновят всю необходимую инфраструктуру и нанесут разметку. Там, где это необходимо, отремонтируют дорожное полотно. Также силами ЖКХ понизят бордюрный камень для удобства велосипедистов. Уже сейчас можно пользоваться велодорожками в Пышках. Также для любителей прокатиться по живописным местам на велосипеде оборудован веломаршрут «Шляхом Тезенгауза», который соединяет Гродно с польской Сокулкой. Его протяженность на белорусской стороне составляет 33 километра. Специально для этого проекта разработана карта с веломаршрутом. На ней отмечены строения эпохи Тезенгауза и места сражений времен войн. Гродно «Шлях Тезенгауза» начинается от галереи Антония Тезенгауза, здания бывшего архива. Активно развивается велоинфраструктура в новых наших развивающих молодых микрорайонах. Это Ольшанка и Грантичи. Строятся дорожки, велогаражи. То есть, ну, активно народ готовится к наступлению велосезона. Плюс с 1 апреля планируется возобновить работу велошеринга.